Короче, пацанчики, всем здорово. Начинаю один мощнейший эксперимент. Так как я в Ютубе много посмотрел таких видосов. То есть моя история. Купил этот аккумулятор, абсолютно новый. То есть 9 ампер, 12 вольт, все. Купил новый с документом, с гарантией, со всеми делами. Когда он был новый, я взял кусок провода, просто замкнул, проверил, провод плавит, все. Я думал, что он с завода заряженный конкретно. У меня такая музыкальная колоночка, поставил этот аккумулятор в колонку. И, короче, слушал долгое время, видно, посадил его и не заряжал его тоже очень долгое время. И потом думал, сейчас поставлю его на зарядку, да, здесь у нас написано, какое напряжение должно быть при зарядке, да, cycle use. 4,5 до 14,9. Подключил свою вот эту зарядку, здесь плата от Hobby Kit, тут есть, можно регулировать напряжение, там я поставил там 14,5 вольт, короче, сделал. Ставлю, нифига не заряжается, короче, он с тестером, когда проверяешь, он показывал это. 5 вольт. И как посмотрел видео, есть один транзистор 815. Тот пацанчик вообще всех взрачил, потому что все показываются эти, как они. Десульфаторы подключают, все такое. Здесь все, он просто взял, вот, и мне сейчас я взял трансформатор, провода вот напрямую. Переменный ток. Просто через две лампочки, это аудюхи моей, я взял такую фигнягу. Подключил, вот они как бы две наколенные, видите. Чтобы здесь напряжение поменьше было, короче, ампер, хрен узнает. Я с тестером даже проверял, получается 0,4 или 0,5. Сила тока здесь сейчас у нас. И как все показывают, когда он заряжается, он должен быть теплым. Как бы, есть, или когда большие аккумуляторы от машины тоже переполисовку делают, ставят в тазик с водой, чтобы он не перегревался. И как смотрел тут видео, пацан когда показывал про этот аккумулятор. Этот у нас АГМ аккумулятор. Транзистор 815 показывал это видео, он просто взял переменное напряжение 15 вольт, поставил одно такое сопротивление на 1 ампер. Короче, если что, выложу этот видос, под видосом поставлю ссылку, чтобы вы могли посмотреть его видео. Здесь я вначале, конечно, тоже сразу своими мозгами ничего не соображал. Все, как он умер, он не брал зарядку. Все, я взял эти крышку, да, вскрыл, пробочки открыл, взял шприц, да, налил сюда дистиллированную воду. Но когда, но здесь да, абсолютно новый аккумулятор, считаю, этого не нужно было делать. Я залил, даже видно, что сейчас пробочки, видите, они вогнуты внутрь, что там типа вакуум или что их присосало. Короче, ладно, это все не важно. Аккумулятор новый, да, как мы знаем, нельзя никогда наливать этот электролит или кислоту, потому что этот испаряется только вода. Наливать нужно только дистиллированную воду, ладно. Как бы я такой же всезнайка, как и вы все, которые выкладывают свои видосы в Ютубе. И не знаю, вот я поставил, как бы сейчас у нас это самое около часа дня. Сегодня 23 февраля, всем это самое, с праздничком или с прошедшим, смотря когда выкинется видео. Да, посмотрим, как тот пацан говорил, это самое. На 4 часа эту процедуру мы сделаем. А, и самое главное, да, здесь было напряжение 4 сколько вольта, даже сейчас можно с тестером мерить. Тот пацан тоже, когда вот так заряжал вот таким переменным током, тут у меня трансформатор в данный момент выдает 17 вольт. Ну, здесь зарядка делала уже 14,5, сама эта плата, извиняюсь, как бы. Я поставил поэтому две лампочки, чтобы здесь, как сказать, все поменьше было. Не знаю, можно этот таким образом вывести его из строя. И 4 часа нам нужно, чтобы прошло 4 часа. Это процедура примерно. Сейчас, да, сейчас поставим тестер и посмотрим. И посмотрим, какое напряжение будет. Вот, уже 3 вольта показывает он. То есть 2,9. Оно было 3,9. То есть из-за этого переменного напряжения напряжение должно падать. Ну и тот пацан, когда делал, тоже у него падало до 1 вольта. До 1 вольта упало, и потом он просто поставил его на бесперебойник, на саму зарядку его родную, такого аккумулятора просто. Зарядил его, и потом ставит провод, просто коротко замыкает, провод плавится, ставит лампочку, галогенку, тоже все плавится. Посмотрим, это правда или нет. Также у меня есть большой, ну, обычный аккумулятор 75-ка от машины. Потом можно будет тоже переполисовку сделать, тоже все замутить, показать. Значит, потом нажимаю на паузу, то есть вырубаю видео, потом смонтирую и посмотрим дальше, какие результаты у нас будут, есть ли смысл от всего этого. Потому что просто очень жалко, аккумулятор очень новый, да, я по своему незнанию даже не знал, что AGM аккумулятор, то есть у него свои запросы, свои характеристики, все у него такое. И посмотрим, все, до следующего видоса. Так, пацанчики, значит, это самое, эксперимент продолжается. Вон у нас уже сколько время. Как бы уже это самое, пол второго, да? Час-полтора прошло, полтора часа. Сейчас. Сейчас мы посмотрим, что у нас происходит. Я вроде, если в начале видео уже не помню, подключал вот две лампочки последовательно. Значит, сейчас как трогаю аккумулятор, он чуть-чуть тепленький. Здесь пробочки у нас также имеют вакуум. Трансформаторчик здесь тоже такой чуть тепленький, но здесь нагрузки как бы никакой нет. Сейчас посмотрим информацию, да, я тогда, сколько говорил, было 3 вольта.
Сейчас это самое. Подключили мы. Уже видите? 1,9. Короче, напряжение падает. Должно упасть или до нуля, или до 1 вольта. Не знаю, посмотрим, сколько будет. Потому что я говорил, что здесь у меня 17 вольт переменки. Через эти лампочки получается меньше. Они как бы берут на себя эту лишнюю нагрузку и так далее. Там. Как бы они молекулярной физики и так далее. Но как бы эксперимент идет, напряжение падает. То есть просто, я, как я вам говорил, все дело в том, что это абсолютно новый аккумулятор. Просто я его в начале, когда купил, не заряжал его, он был заряженный. Но как я смотрел другие видео, там говорят, когда покупаешь новый аккумулятор, его нужно хорошо зарядить. И потом, когда ты его садишь, его нужно сразу опять заряжать. Как бы долгие истории, я не все не до конца понял по поводу этого аккумулятора, еще можно отдельное видео снять. Короче, продолжаем эксперимент. Короче, ребятушки, показываю вам сколько время. 3 часа с копейками, то есть, блин, я уже не помню, сколько поставил. 2 или 3 часа, уже не помню. Происходит наше вот это дело. Сейчас я вам покажу, то есть, какие параметры у нас здесь происходят. Сейчас. Все это трудно сделать. Камеру в рот взял, держал ее, бля. Короче, все, вы видите, что батарейка вообще уже начала заряжаться отрицательно, то есть на плюсе у нас уже показывает минус. Ладно, уже все ноль. Я думаю, все, сейчас свою зарядку отрегулирую на 14,4. Да? Отрегулирую на 14,4 и поставлю на зарядку, посмотрим, что получится. То есть аккумулятор стал таким относительно тепленьким. Посмотрим, что получится, что не получится. Этот мертвячок тоже я параллельно здесь начал еще другой один видос снимать. Мертвячок, не мертвячок, но короче живой. Тоже показывает, чтобы эта лампочка здесь еще живая, как бы сейчас, если вот так поставить. Как бы вот так вот. Лампочки здесь у нас. Сейчас. То, что я вам показал. Да твою мать. То, что я вам показал, что он тестером показывает 10 вольт. Короче, вот в нем жизнь еще есть. Даже искра есть, не знаю, сейчас, если увидите здесь. Это самое. Увидите здесь эту клемку. Даже искрит, даже. То есть я вам все, что показал, какой он мертвый. Ай, блядь, пальцы жгет. Короче, он как бы живой. Так вот, продолжать будем всю беду. Посмотрим на концовочку результатиком. Сейчас, пацанчики, вот моя зарядка. Сейчас я ее настрою на 14,4. То есть вот мы берем отверточку. Вставляем вот сюда. Не получается 14,4 здесь, этот резистор он. Ну короче, здесь ничего себе, можно регулировать здесь, да, до 7 вольт. А можно заряжать маленький аккумулятор 6-вольтовый. Это плата Hobby Kit, я покупал ее в одном магазине. Сейчас здесь даже кулер все начинает оборот регулируется. Четырнадцать, короче, будет, и хрен с ним, все. 14,5, я как сказал. Вот, будет 14,5. Все точь в точь. Пойдет, короче. Сейчас провода запендюрим. А, да, силу тока можно будет еще проверить. Значит, я тестер подключил этот в режим амперметра. Сейчас проверим силу тока зарядки. Сейчас я тут в провода запутался.
Плюс тестер ставлю на минус аккумулятора. И клемму от зарядки ставлю на сюда. К тестеру, к минусу. Получается, минус подключаю к минусу на тестере, а плюс от зарядки заходит в аккумулятор в плюс, и с минуса здесь получается у нас как бы плюс выходит. То есть в данный момент оно вообще здесь копеечки показывает, это ничего. Потому что аккумулятор вообще в ноле, наверное, на сопротивление, что там слишком... Сейчас просто проверим напряжение зарядки еще разок. Ой, бля. Ага, я конь. Замкнул зарядку, и предохранитель не сгорел. Да, потому что я забыл здесь переставить контактик. Так. Значит. Ага. Нет, стой меня. Да, подключаем еще раз, смотрим напряжение. 14,5 все есть. Тут как бы я раньше заряжал аккумулятор с большими КМами, вот такие колечки у меня остались. Все, я вот так закрутил, все тупо вот так поставил. Зарядка у меня конкретный колхоз, в принципе, в смысле никаких там автоматических регулировок и так далее, и так далее, и так далее. Опять наши часики. Посмотрим, грубо зарядим, я не знаю, там 4 часа, и потом проверю тестером, посмотрим, будет ли он брать зарядку или нет. И посмотрим наш результат. Короче, пацанчики, рассказываю вам все. Что там было, да. Когда заряжал аккумулятор переменкой, да, потом убрал эту переменку, попробовал его заряжать как надо. Короче, он показывает тестер 7-8 вольт и сразу начинает падать, просто подыхает. Ни хрена не заряжается, короче. Ни хрена не заряжается. И я его просто взял лампочкой, чем просто его как бы убил. И поставил, сейчас заряжаю его наоборот. То есть здесь, где минус, идет плюс. Здесь, где плюс, идет минус. То есть последовательно через лампочку, вот видите, она красная. Видите, она красная. Этот аккумулятор уже, ну, вначале она горит ярко. Аккумулятор взял зарядку, она уже стала тусло гореть. Сейчас, в принципе, можно будет напрямую поставить. То есть в данный момент сейчас проверим напряжение. Сейчас, видите, красный плюс, ставлю на минус. То есть вот видите, ставлю. И черный ставлю на плюс. Тестер показывает, что как бы этот аккумулятор взял зарядку 12,8. Сейчас я отключу зарядку, посмотрим, сколько реально показывает. То есть аккумулятор просто уже зарядил по-другому. То, что я подключал переменку, это не помогло. Не знаю, просто в моем случае. И еще есть одна самая главная такая важность, с чего мы начинаем. Это дата производства самого аккумулятора. То есть на его крышечке, сейчас я принесу вам, покажу. Там вообще цифр нету, есть только десятка и точка. Там 10, точка, еще какое-то число. Может быть, что это 10-го года аккумулятор. То есть я его купил новым, но он где-то валялся на складах и так далее. Так, сейчас меряем напряжение, короче. Меряем напряжение. 9,9. И вот напряжение начинает потихоньку уменьшаться. Как бы это хреново. Получается, что аккумулятор вообще дерьмо. То есть он должен держать, не знаю. В принципе, могу его посадить, потом зарядить его правильно. Что это перепульсовка обычно, когда аккумулятор убитый, когда как там эти положительные какие-то пластины, короче, убитые. Ну, как бы, но он садится, показывает, что он ни хрена не держит зарядку. Что уже достаточно часов сколько стоит. Сейчас даже можно будет эту лампочку подрубить лампочку, посмотрим. А, ну да, я то, что сказал, то, что берет, можно уже будет этот. Вот лампочка начинает потухать. Ну, он, как сказать, очень быстро зарядку брал, он должен медленно брать зарядку. Сейчас, в принципе, можно попробовать втыкнуть ему напрямую. Заряжать его. То есть напрямую. Просто мы вот эти два провода сейчас соединим. Сейчас. Посмотрим, что получится. Зарядим его неправильно, посмотрим, если он нифига не будет держать, будет подыхать, потом опять его убью, заряжу правильно, посмотрю. Не знаю, уже если и так, и не так, может сниму другой видос, может попрошу, как сказать, просьбу у других людей, профессионалов, кто может сталкиваться с такими бедами. Вот такие пирожки. Вот люди, видите, это крышка от этого аккумулятора.
Пишет, Е101. Может быть, это 10-й год, первый месяц. Ну, это хрен его знает. Что сзади все, ничего нету. Здесь какие-то JB3, это фигня. На самом аккумуляторе ни хрена не написано. Какого он года? Ничего нету абсолютно. Фирма Лава. Что Лава, блядь? Ни хрена никакой информации. Как бы слышно водичка, что я ее наливал. Сейчас тестер немножко тормозной, как бы. Показываешь, уже 14 вольт, как бы. Но он очень быстро заряжается. Очень быстро. Ладно. Посмотрим еще часок, пусть позаряжается. Что может измениться. Хотя если только показываю, он уже должен быть заряженный. Но слишком очень все быстро. Моментально падает вообще. Даже с лампочкой сейчас его проверим. Будет что там фурыкать. Хотя имею большие сомнения. Сомнения еще. Блин, это просто я в шоке. Он просто вообще труп был. Переполярка помогла, ёпта. Но напряжение он ни хрена не держит. Короче, надо его убивать. Потом опять заряжать, убивать, опять заряжать. 3 раза. Можно, не знаю, подержать его еще часок. Даже не знаю, что делать и как делать. Зарядку он очень быстро берет. Если лампочку поставим, чтобы он убился, и все. Нормально будет. А, точно могу отсюда штыки разумнуть. И вот так будет, что. Сейчас тогда поставлю его, заряжу, разряжу, 3 раза буду это делать. И так оставим, чтобы он подыхал. И что, нормально светит, а? Короче, эксперимент продолжается. Короче, небольшой аккумулятор, вот подключил фару от Audi, ну как бы видите, что задний ход в данный момент у нас работает и габарит, ну, нормальная фара, как бы бушная. Подрубил, сейчас убиваем этот аккумулятор, потом будем его перепылесовку это самое делать. Значит, этот маленький аккумулятор, который у нас АГМ, вот он крутит зарядку, видите, там в зарядке подсветка есть, и кулер крутится. Там уже осталось 5-6 сколько там вольт. Сейчас даже посмотреть можно. Я вам покажу, потому что аккумулятор все равно разряжается, нифига не получается. Но что-то какую-то энергию он стал держать. Прогресс в нашем эксперименте все равно есть. Вот видите, как бы почти 6 вольт. Почти 6 вольт. Как бы я тут все нормально подрубил. Сейчас увидите, как он очень быстро заряжается. Сейчас я вот включаю розетку зарядки. Все, зарядка врубилась. Сразу он берет зарядку. Очень быстро, моментально просто. Берет прям конкретно. Берет, берет и соединяем зарядочку. Все, вот так он моментально сразу падает, короче. Подыхает. Не знаю, что с ним делать. Поиграться так можно. Можно убить его потом в ноль. Зарядить как надо. Как бы такие пирожочки.
Что, пацанчики, всем здорово. У нас сегодня уже 24 февраля. Этот аккумулятор я вчера что я с ним делал, получается? В начале переменка и убил его до нуля. То есть подключался до переменный ток 15 вольт через лампочку последовательно. Потом заряжал его наоборот, короче. Поставил сюда плюс, сюда минус. Наоборот заряжал его. Он заряжался до 7 вольт, держал какой-то вольтаж, там 7 вольт, и сам потихонечку садился. Потом опять с лампочкой посадил его, там оставалось пару вольт, и начал заряжать уже как надо. И он заряжался уже, держал 7 вольт, уже когда ставил на лампочку, он держал 7 вольт, короче, показывал на тестере. Посадил его немножечко, и потом опять его все заряжал. Вот сегодня я его с утра включил, вот не знаю, сейчас скажу. Ну где-то 5 или сколько часов заряжалось, то есть 14,5 вольт, 14,5. То есть что смотрим сейчас, что мы, чего мы добились. Подключаем тестер, да? Сейчас я пишу, хорошо вы увидели, да? Все, подключаем тестер, 12 вольт, да? Сейчас будем смотреть, как бы, как он держит саму зарядку, если просто подключим лампочку. Сейчас. Как бы вот 13.40 так показывает, все, эта лампочка 20-ваттная от моей аудюхи задней стопы, короче. Вот, зарядку держит, все как бы нормально, все реально, он был мертвый. То есть я вам то, что сначала историю все рассказывал. Значит, то, что он держит так, это хорошо. Можем даже проверить его, вот именно как он. Можем даже, да, реально вот так сделать. Подключить здесь это самое. Сейчас. Тестер не видно, чтобы тестер было видно. Сейчас, секунду. Все, мы видим тестер. Сейчас. Ну, аж провод загорелся, видели, да? Ни хрена себе, все серьезно, реально. Вот, провод просто плавится и горит. Вот аккумулятор сам даже восстанавливается, как бы все вот на результат налицо. То, что история вам рассказывал, то, что этот аккумулятор новый я купил. Сейчас. Стоять, мордяла. То, что я вам говорил вначале, что этот аккумулятор я купил его вначале новый с магазина. Просто купил его, у меня есть одна музыкальная колоночка, надо показать ее вам. Сейчас покажу. Как бы вот моя колоночка, как она выглядит. Вот здесь динамик, все. Здесь не все динамики подрубленные. Внутри усилок где-то 2, поскольку там 15 ватт. То есть этот аккумулятор я купил вначале для этой колоночки. Купил его, он был заряженный с магазина. Я взял провод, замкнул, все, вижу, и мощность конкретно провода платит. Поставил его в эту колонку, все, поехал на море, слушал там музыку. Потом приехал домой, потом лето закончилось, еще в комнате делали ремонт, тоже пару месяцев музыку слушал. Видно, он уже спустился 8 вольт, 7 вольт, 5 вольт, все уже. Вижу светодиод здесь на моей колонке уже почти подохший. Потом я оставил, думал, все, заряжу, валялось много времени. И потом все, он зарядку вообще не брал, просто был мертвый. Я говорю, блин, новый аккумулятор, что жалко, что это. Начал в интернете смотреть видосы про ГМ-аккумуляторы, все это как бы узнал, что это. Все там пластины, перепылесовки, дела. Вот что, пробовал, и вот получилось все, аккумулятор живой. Жить будет. Дальше у нас есть еще один пациент, аккумулятор от машины, будем его мутить, и будет другой видос про него. Такие пирожки, короче, восстанавливайте мертвецов и живите богато.